Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в обзор нового снапшота. Мы сегодня рассмотрим, что же разработчики Майнкрафта будут добавлять в новой версии, то есть версии 1.9. Сейчас выходят только снапшоты, если честно, даже очень часто выходят, и в каждом снапшоте они добавляют что-то новенькое. Что мы рассмотрим в этом снапшоте? Мы рассмотрим щиты, эмблемы на щитах, также новые зелья, которые реально просто в какой-то степени изменят Майнкрафт, и мне кажется, появится еще больше каких-то разнообразных мини-игр, потому что с этими зельями действительно можно придумать что-то новенькое. Но перед этим, ребята, как обычно, я бы хотел вас попросить поставить лайк. Ведь если мы наберем 500 лайков, в первую же очередь мне будет это очень сильно приятно, это действительно даст мне больше сил для записи новых видео. Также я действительно просто обрадуюсь, что все-таки мы набрали столько лайков, и я попытаюсь выпускать видео еще чаще. Поэтому, ребята, будут ли выходить видео чаще, зависит только от вас, как я уже много раз говорил. Также не забываем оставлять свои комментарии, ведь я отвечаю на вопросы подписчиков, я с ними общаюсь, поэтому все, что с вас требуется, это просто-напросто его написать, я постараюсь его прочитать, ответить, также с тобой пообщаться. И последнее, что я бы хотел попросить, подписывайтесь на мой канал, я рад каждому новому подписчику. Если ты сейчас не подписан, то подписывайся, и ты автоматически вступишь в нашу большую дружную семью. Я буду очень сильно этому рад. Ну что, ребята, давайте мы будем приступать сразу же к обзору щитов, потому что это реально... Вот щиты, вот именно щиты, если они будут в новой версии Майнкрафта, ребята, это офигеть, как изменит вообще всю систему боя. Даже те же голодные игры, если сделают на новой версии Майнкрафта, вот это кардинально просто изменит голодные игры, потому что... Это офигеть, как щит такой полезный, что, ребята, с ума можно сойти. Давайте посмотрим, как он крафтится. Крафтится он с трех шерстей, с трех досочек дубовых и одного железа. Крафтится вот он так, ничего сложного, вот беленький щит. Вот мы его так взяли в руку, и давайте посмотрим. Вот, самый обычный беленький щит. Выглядит он, конечно, ну, не скажу, что прям супер-пуперский. Мне кажется, разработчики могли бы его сделать, ну, хотя бы каким-то... Не прям таким прямоугольным, да, как будто, ну, не знаю, доска для того, чтобы гладить там себе белье и одежду. Потому что это реально выглядит как так. А могли бы хотя бы сделать, как будто, знаете, вот такой, как будто... Трику, не, ну, в принципе, я не знаю, как это объяснить, но хотя бы какой-то формой, да, чтобы внизу не был прямоугольник, а было хотя бы вот так закруглено, что ли, что-то в этом роде. Действительно, могли бы они больше постараться, потому что мне кажется, что они просто это сделали как будто на быструю руку. Но все же, ладно, не будем их судить, им, наверное, виднее. Также, ребята, можно делать разноцветные щиты, не только беленькие, а можно делать какой угодно вам щит, может, вот даже лаймовый. Лаймовый намного прикольнее выглядит. Это реально очень круто. Давайте возьмем с гейммода меч и посмотрим, куда одевается щит. Щит одевается вот сюда. То есть нужно, наверное, выйти с гейммода, потому что в гейммоде это все еще забагано немного. Это же все-таки снапшоты, поэтому... Вот так, ребята, выглядит щит. И что самое главное, смотрите, ребята, даже если мы его уберем, больше не работает блок ударов с помощью меча. То есть вот сейчас я нажимаю правую кнопку, меч вот так не встает. То есть он не блокирует удары. Все это, ребята, полностью убрали. Этого уже нету, все. То есть для этого придумали щит. Вот, щит и вот, вот. Щит и типа ты блокируешь удары. Это, если честно, очень даже прикольно. Конечно, вот, например, мы бегаем, да? Вот. А если мы вот так блокируем удары, то смотри, как мы медленно начинаем ходить. А если еще на шифте, то это вообще, ребята, как будто мы какие-то черепахи, потому что это реально. Вот смотрите, вот так, когда мы просто-напросто блокируем удар, вот, это просто правая кнопка, когда мы блокируем удар. А когда еще на шифте, то это вообще с ума сойти можно. 1 сантиметр в час мы, может, будем проходить. Но все же, то есть это так, знаете, кто-то бежит, ударил-ударил, заблокировал, подождал, ударил-ударил, что-то в этом роде. А также, смотрите, мы... О, нихрен, ребята, офигеть, офигеть, два щита, прям... Непробиваемые вообще, ни с какой стороны не пробьешь. Тоже прикольно, да, очень прикольно. Ну что, смотрите, что мы еще можем сделать. Мы можем нанести эмблему, конечно, не свою, дайте-ка я, хотя... Вот так. А, ну, сейчас я еще вам что-то потом покажу, но все же, к этому потом мы вернемся.
Как добавить эмблему? Вы, конечно, не сможете добавить вашу эмблему, а только эмблему каких-то монстров с Майнкрафта. Как это все работает? Для начала нужно скрафтить баннер. Например, скрафтим оранжевый баннер. Вот смотрите. Допустим, вот так, да? То есть, вот, обычный баннер, ничего особого нету. Вот он, ребята, поставим, вот, обычный баннер Майнкрафта, да? Только сейчас он почему-то не снимается, твою мать. Ну вот, я еще один скрафтил. Смотрите, как добавить, допустим, сейчас, дайте я включу. Гейммод, добавить башку крипера. Вот смотрите, мы можем добавить башку крипера на баннер. И смотрите, как он прикольно будет выглядеть. Вот вы можете повесить на стену баннер с башкой крипера. Также вы можете, я не знаю, там может еще что-то есть, наверное. Вот это попробуем. А ну сейчас. Но мне почему-то кажется, что это работать не будет, потому что там есть только 1, 2, 3, 4, 5, 6. Там вроде только несколько вот этих вещей, которые работают, да? То есть крипер вроде работает. Сейчас. Вроде только крипер работает. А ну давайте поставим. Стив не работает, зомби не работает, скелет работает, да. То есть только скелет и только зомби. Давайте я включу день. Вот так. И как же соединить? Нам нужно скрафтить щит. Такого же цвета, да. Если, например, у вас баннер оранжевого цвета, то значит и щит должен быть оранжевого. Если вы скрафтите оранжевый баннер и там зеленый щит, то это не будет сосчитаться, да. То есть нужно одинакового цвета. Вот смотрите, и сейчас как это все работает. Вот сейчас мы это все поставим. Так, секунду, это сюда. Вот, крафтим щит, да, ребята. Крафтим сразу два щита. Вот, замечательно, один и два. И просто-напросто совмещаем их. Баннер с щитом совмещаем, и получается у нас вот так. Замечательно. И что, ребята, у нас получилось? У нас получился щит с эмблемой крипера. Это, ребята, очень круто, потому что, ну реально, это очень круто, что они вот так сделали. Потому что эмблема крипера, это реально, уже будут такие деловые игроки ходить там с башкой крипера на своем щите, это реально очень прикольно. Ну и башка иссушителя, она, если честно, какая-то, ну, мне кажется, тоже не очень доработанная, потому что она такая размытая. Понятно, что это череп и кости, да, то есть череп и вот так кости, это, в принципе, ясно, можно понять по визуальной части этого щита, этой эмблемы. Но все же, мне кажется, крипер намного так круче выглядит и намного так прикольнее. Поэтому, мне кажется, больше так игроков будет ходить с башкой крипера. Сейчас давайте, ребята, мы оденем, допустим, я не знаю, вот так сюда оденем. Это сюда выложим. Вот так. Сейчас пойдем посмотрим, что же действительно делает этот чит. Действительно ли он будет полезный и будет ли он что-то вообще делать и играть какую-то роль в новых сражениях. Мы заспавнили три скелета. Вот. Скелеты нас бьют, скелеты нас могут убить запросто, да, то есть все, стреляют нормально. Что будет, если мы заблокируем их удар? Они стреляют, урон нам не наносится. То есть вы можете запросто блокировать выстрелы с лука без какого-то либо вам вреда. Только вот смотрите на щит, вот смотрите, я даже сейчас вам покажу. Много, конечно, урона не выдержит. Вот смотри, он уже практически поломан. Вот сейчас. И он поломался, ребята, все. То есть, ну, практически этого щита хватит, ну, на выстрелов так 30, да, приблизительно. Поэтому, конечно, злоупотреблять этим тоже нельзя. Например, вы так можете подойти, ударить, заблокировать их выстрел, опять ударить. Это очень круто, потому что, ну, это намного упростит задачу убийства этих же скелетов. Потому что сами знаете, что скелеты — это прям с ума можно сойти, что за бесячие существа. И, в принципе, это реально будет очень круто. Так, давайте еще возьмем одно яблочко, покушаем. И заспавним одного зомби. Давайте посмотрим. Он нас будет атаковать? Вот, атакует. Атакует, да? А вы заметили, что у него
Вот эта хватка его рук поменялась, да? То есть сейчас он не просто вот так вперед руки высовывает и как бы на тебя нападает. А сейчас он, смотрите, как будто на тебя бежит и хочет тебя словить. А когда он тебя все-таки ударяет, то смотрите, он как будто... Во, он как будто тебя реально вот так бьет, а не просто вот так, знаете, как это всегда было, вот так выпрямленные руки, подходит, выпрямленными руками тебя бьет. А вот сейчас как будто вот так он на тебя нападает, и когда все-таки тебя ударяет, то как будто вот реально вот бьет. И вот это реально прикольно, что они сделали вот такую анимацию. А, ну я не знаю, все-таки будет ли что-то делать щит. Будет! Вот смотрите, ребята, щит, да, вот стандартный удар, а ну. Он нас бьет где-то 3 сердечка. Он нас бьет на 1.5 сердечка. Он нас бьет на 1.5 сердечка. А если вот так, он нас бьет на 0.5 сердечка. То есть он уменьшает урон больше, чем в 2 раза. И плюс тому, смотрите, он откидывает зомби. Он откидывает зомби назад, когда он бьет щит, он откидывает зомби. Зомби сам себя откидывает назад. Это реально очень круто. Это реально очень круто, потому что... Ну... Прикольно то, что есть щиты сейчас, и тебе урона будут намного меньше наносить, и ты, в принципе, дольше сможешь выжить. Это реально очень прикольно. А, ну, в принципе, щиты мы рассмотрели, давайте сразу же рассмотрим следующие, пока я не ушел, и, в принципе, можно, наверное, хотя... Давайте сначала рассмотрим... Давайте выберемся отсюда, давайте сначала рассмотрим зелья. Какие же зелья добавили? Добавили зелья, добавили дыхание дракона. Сейчас узнаете, что это такое. Но сначала мы рассмотрим, что такое же, какие же новые зелья добавили. Давайте сначала возьмем, вот, допустим, вот это. Jump Lin, я не знаю, как они называются, честно. По-английски они называются Lingering Potion, да, то есть я пытался перевести на русский, но там, знаете, Google переводчик переводит, конечно, фантастически. Но все же, смотрите, что делают эти новые зелья. Ребята, вы их можете кидать на землю, и вот в этой области будет действовать этот эффект прыжка на 45 секунд. Вы сюда заходите, вам дается зелье, да? На 45 секунд зелье будет действовать вот тут, да? Если никто не будет сюда заходить. Как только кто-то с игроков вот сюда зайдет и наберется этого эффекта, этого зелья, то зелье сразу же будет пропадать. Чем больше игроков будет в этом кругу, тем быстрее пропадет эффект этого зелья. То есть... Это реально будет очень круто, потому что вот сами посудите, что вот только вот с этими зельями намного будет больше всяких, мини-игр, и реально будет, например, классы, да, там, допустим, магический какой класс, ослабляющий класс, например, хил, да, то есть... Кидаешь лечилку на землю, и все игроки заходят в этот круг и лечатся. Это реально будет очень круто. То есть много-много новых новшеств внесет вот эти изменения в зелье. Но все же, как же их крафтить, да? То есть как получить вот эти Lingering Potion, да? Берем обычные. То есть это обычные, которые просто-напросто сразу же разбиваются. Ничего в этом нового нету. И берем дыхание дракона, ребята. С помощью дыхания дракона это все делается. Как получить дыхание дракона? Дыхание дракона вроде получается, когда ты убиваешь самого эндер-дракона, да? То есть у него внесли новую анимацию, что он садится в центр вот того всего большого острова, на тот самый вроде телепорт, как будто садится и извергает свое дыхание. Вы, может, когда смотрели предыдущий обзор нового снапшота, я там был в Эндермире, убивал дракона, то были такие моменты, когда он просто садился на центр той башни вроде телепорта, что-то в этом роде. И просто извергал как будто пламя со своего рта. И вроде в тот момент нужно подойти к нему с пустой вот этой бутылочкой, да, и вот так нажать правую кнопку, и ты вроде наберешь его дыхание. Что-то в этом роде, честно, ребята. И потом, как это все делать? Как это все делать? Просто-напросто сюда ставим обычное зелье, а сюда ставим... вверх сюда ставим дыхание дракона. И вот обычное Splash Potion, вот этого Fire Resistance, то есть сопротивление огню. Вот смотрите, идет процесс, и с помощью дыхания дракона вы все-таки сможете превратить обычный Splash Potion в Lingering, я не знаю, как это честно, вот, Lingering Potion of Fire Resistance. И вы его превратили, можете кидать на землю, и в течение там 2 минут будет накладен на вот это
место вот этот эффект. И это, если честно, очень даже круто, что они вот такое сделали, потому что это реально прям... Ну, суперски, честное слово, ребята. Вот, то есть реально много всяких новых новшеств внесет вот эти изменения в зельях. Но все же, ребята, давайте мы это все уже выложим, и я хочу вам показать последнюю вещичку, которую внесли в Майнкрафт. Это новая система боя. Как она работает, ребята? Сейчас, в какой-то степени она мне понравилась, какой-то очень сильно не понравилась. Потому что я вам сейчас, ребята, объясню. Давайте заспавим свинюшку, да? Вот, много свинь. Сейчас у вас появился кулдаун. Я не знаю, как это, время восстановления вашего умения, что-то в этом роде. Кто играл там в RPG игры, кто там в доту играет, то, в принципе, 100% должны знать, что такое кулдаун. Это вроде время повторного использования вашего умения, что-то в этом роде. И смотри, как это все работает. Давайте проверим. У нас есть деревянный меч. Со скольких ударов мы убьем свинку? Как думаете? Давайте попробуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ла-ла-ла. Ребята, мы ее вообще никогда не убьем. Вот смотрите, мы ее убить даже не можем. Во! Потребовалось около 20 ударов, чтобы ее убить. Это сумасшествие. Даже в предыдущих версиях Майнкрафта такого никогда не было. Вам потребовалось с деревянным мечом. Ребята, вспомните, сколько вам ударов нужно было, чтобы убить свинку? Около 8. А сейчас давайте даже попробуем убить с помощью алмазного меча. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ударов, чтобы убить свинку с помощью алмазного меча. Где вы такое видели вообще? Это какой-то бред. Но, как же, вы спросите, как же нам ее убить намного быстрее? Просто подходим. Один удар. Нет, что-то не заработало. А ну вот сейчас. Один. Два, три. А сейчас мы ее убили с трех ударов. Потому что мы дали нашему мечу восстановиться. То есть, смотрите, я вам даже вот тут сейчас покажу. Тут что-то новое понадобавляли, но я не знаю, где-то все. Чат, нет, ребята, где-то тут было. Где, вот, атак индикатор. Crosshair. Это кулдаун. Вот смотрите, ребята. Вот смотрите на прицел. Нет, почему-то сейчас нету. Crosshair, hotbar. Нет, а тогда еще раз crosshair. Нет, почему-то не показывается. Но все же, смотрите на меч, ребята. Смотрите, вот смотрите сейчас на меч. Смотрите сейчас. Видите, он как будто бьет, уходит вниз и потихоньку восстанавливается вверх. Вот смотрите, посмотрите внимательно. Ты его бьешь, он уходит вниз и потом высовывается вверх. Это вот тот промежуток времени, который нужно дать мечу, чтобы он восстановил свои силы. Что-то можно даже вот в этом роде сказать. Если вы беспрерывно будете вот так тыкать по мышке и бить, то у него, как бы, у вас не будут восстанавливаться силы и кулдаун не будет проходить. Поэтому вы так долго будете бить эту же свинюшку. Вот, например, вот сейчас мы не будем давать. Вот смотрите, мы ее бьем, 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 бьем. Мы не даем восстановиться нашему кулдауну. Вот смотрите, все. Мы ее убили с 8 ударов. А если мы дадим восстановиться, вот смотрите. Если мы дадим восстановиться и подождем, пока он вернется на место, и у него будут полные силы. Вот смотрите, один, вернулся, два. Разница 8 ударов и 2 удара. Это видно прям на лицо, то что если мы беспрерывно бьем, давайте еще раз попробуем. Беспрерывно, вот смотрите. Бьем, 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 как мы обычно привыкли, как мы обычно привыкли убивать монстров, боссов. А если мы будем спокойно с помощью кулдауна, то мы его убили с одной плюхи. Это, наверное, просто крит был. Но это, ребята, вот смотрите, с кулдауном. Один, два, с двух ударов. С одной стороны, это круто, потому что игроки, которые не знают эту тактику, они будут играть в те же голодные игры, они вас просто-напросто будут флудить вот так этими ударами с тем же алмазным мечом. Они вас будут убивать с 30 ударов, потому что они не будут знать эту тактику. А у вас может быть там даже железный меч, если вы будете знать эту тактику, то вы сможете убить того игрока с помощью 7 ударов, да, допустим. А если еще и крит, то это вообще офигеть. С одной стороны, это круто, но с другой, мы привыкли убивать боссов как можно быстрее с лучшими мечами и всем остальным. Мы просто подходим, быстренько бьем, 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 чем больше урона нанести, и потом убегаем. А сейчас, ну как-то убивать боссов... О, босс, привет, я пришел.
ударил. Подожди, не бей, не бей, пожалуйста, подожди, подожди. У меня кулдаун, мне нужно подождать там одну секунду, пока мои силы восстанавливают. Все, давай, вступаем в бой. Да, все, давай, продолжаем. Ударил. Подожди, подожди. Во, кулдаун восстановился. Секунду, секунду, вот. Еще раз, подожди, подожди. Ага, вот так. И разработчики вот так хотят, чтобы мы сражались с боссами. Это я, конечно, ребята, не могу знать. Может, в следующих снапшотах это обновят, может, что-то сделают по-другому. Но почему-то мне кажется, что они сделают его. Вот это они вот так и оставят. Я не знаю, может это будет круто, может это не будет круто, ребят. Выводы делайте сами. С какой стороны? Есть, конечно, куча минусов, есть, конечно, куча плюсов. Но какие минусы, какие плюсы, ребята, решать только вам. Ну и все, ребята, на этом мы будем заканчивать. Я надеюсь, обзор нового снапшота вам понравился. Если мы наберем 500 лайков, то я буду дальше же продолжать обозревать новые снапшоты на будущую версию Майнкрафта 1.9. Потому что действительно, между вот этой 1.8 и 1.9, я вижу, что они действительно просто-напросто хотят изменить полностью Майнкрафт и вносят много-много-много изменений. Ту же систему боя, те же новые щиты и многого другого. Даже анимацию, ребята, подправляют монстрам. Полностью изменили эндермир и может еще потом что-то другое сделать. Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Как я уже сказал, наберем 500 лайков, я сразу же выпускаю следующую серию с обзором снапшота, но уже с новыми вещичками, которые уже добавили, потому что это, ребята, еще не все, еще добавили много всего. Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если поставите лайк. Это действительно даст мне еще больше сил для записи новых видео. Оставляйте свои комментарии, если хотите со мной пообщаться, я отвечу на ваш вопрос, пообщаюсь с тобой. И это будет круто. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал. Я рад каждому новому подписчику. Вот я считаю, действительно, каждого нового подписчика, кто вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, не стесняемся и подписываемся. А я вам говорю спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.